Пусти зверюшек, Эггман. Ну раз ты так просишь. Вау, сурово! Отбросить их назад! Предсказуемо! Очень! Ему реально это нравится! Мы побиты! Держись! Вау, что это в облаках? Это должно быть затерянный Кэкс! Круто! Меньше смотри, больше садись. Отлично, я могу нас посадить, но будет трясти. Поспокойнее, дружок. О, спокойно, дружок. Соник, ты отвернись мои спокойнее, друзья. Спокойнее, окей. Соник, ты отобрал тех животных у Эггмана? Ну, только один контейнер он залпом выпустил из Эггмобиля. Шо? Подожди-ка минутку. Только один? Фу, слабак. Я бы уже вернул их всех обратно. Сохрани оставшихся! Эй, что вы я делаете? Я ненавижу думать, о, что да Эггман делает, ребят. Такие плохие да вещи ладно, с ними. Уже отпустите меня. Я займусь им. Трансформация 101. Кроликов в батников. Мгновенная армия. Эта армия должна быть большой, если я говорю о завоевании мира. Вы достаточно могущественный завоеватель. Да, это да. Я победил тебя, не так ли? И с твоей помощью я не только буду править миром. Я наконец убью этого зрителя Соника. Эггман хочет уничтожить этого мелкого ежа. Да! Я обожаю, что его уничтожать! Это то, что не нравится тебе из вас. Всегда готов воин, даже если ты не знаешь, чем придется сражаться. Типа, пошли же! Я порву его! Выиграем или проиграем, я все равно знаю кое-что о нашем враге. Эй, я искал тебя, лысый очкарик. Кто твои друзья? Друзья? Они не друзья. Они смертоносная шестерка. Твои наизлейшие враги. Зас! Покажи этому синему вредителю, что ты здесь делаешь. А, с удовольствием. Меня весь день зудит на бой. Ха-ха. Я думаю, тебе надо принять ванну, раз тебя зудит. Ты оскорбляешь меня? Возможно. Я собираюсь порвать мне тебя. Мне бы хотелось остаться и посмотреть на разборки, но у меня дела. Я знаю отличное место, чтобы устранить тебя. Смешно, потому что я знаю шикарное место, чтобы надавать пинков тебе. Фуф, отлично. У нас все нормально, Тейлз. Я создал мини-гаджет из канцелярских скрепок. Ну? И перепрограммировал суперкомпьютер, используя средства для мытья посуды и зубочистки. Я знаю. Ты видел этот зафиксированный пропеллер на самолете? Это довольно сложная конструкция. Эй, мне не нужна вся твоя история. Ты мог сказать, выдвигаемся, и все. Хорошо. Выдвигаемся! Круто! Эти животные не произвели на меня впечатления. Я разочарован в вас, некомпетентные дураки. Жестоко разочарован. Нас не волнует твое разочарование, мастер. А сейчас волнует. В следующий раз вы принесете лучших животных. Ты, толстяк, позаботься об этом синем вредителе.
Ты нас меня толстый. Да! Сейчас, если ты быстренько уничтожишь Соника, я дам тебе еще один большой сэндвич! Сэндвич! Уровень мощности орба. Уровень мощности сари. Оборота активирован. Хорошо, хорошо. Вау, это вещество! Корми меня, детка! Я чувствую себя сильнее с каждой секундой! Маленько ревность. Реактор не стабилен. Лучше его быстрее выключить пост, или он не загрузится. Выключай! Ну, почему выключили пост? Чувствовал себя прекрасно! Машина нестабильна. Мы хотим всего лишь взять часть энергии планеты. Мы не желаем ее уничтожать. Говори за себя. Одно слово и полезный совет. Диета и упражнения. Это три слова. Эй! Воу! Я думаю, ты у меня будешь на десерт. Не говори с полным ртом. Да, прав. Эй, я забыл как чисто. Сейчас вернусь. Эй, куда это надумал идти? Я оттачиваю ваши способности. Даю вам самых мощных роботов, которых могу создать. Я даже вам дал гигантский сэндвич. И вы до сих пор меня разочаровываете. Я сострадательный человек. Эта штука выглядит опасной. Подожди секундочку. Соник! Ай, я думаю, штука в руках как бы... Алло? Точка Эггмана случайно исчезла. Это была ошибка. Неважно, когда это было ошибкой ломать твои игрушки. Это единственное, что сдерживало этих шестерых озлобленных зайти под контролем моих роботов. Ты тупорылый еж! Вперед, братья! Заставьте дурака заплатить за издевательство над нами! Вы не испугали меня! Ненавижу сбегать, Тейлз, но я не хочу, чтобы тебя поджарили. Не быть поджаренным, это здорово. Орба, Куппо, мы уходим! Чёрт, надо было послушать тебя, Тейлз. О, да ладно. Увы, бедный Гуд, я хорошо знаю. Мой голосовой чип повреждён. Спасибо, Соник, за то, что все пошло коту под хвост. Моя катастрофическая раковина – это единственное, что удерживает этих четырех маньяков на привязи! Это что-то о подавителе их способности. Очень полезно. И очень редкое. Зайти имеют враждебную способность управлять магнитными полями. Они могут заставить электронику и моих роботов делать интересные вещи. Я контролировал их способности при помощи раковины до тех пор, пока Соник своей глупостью не зафутболил ее куда подальше. Проваливай, Эггман. И возьми ситуацию под контроль. Я надеюсь, за эти съедят тебя живьем. Ты надоедливый ёб. Окей, давайте проголосуем. Все те, кто думает, что Эггман полный балбес, поднимите руки. Ну куда же вы уходите? Решение принято единогласно. Я не поднимал руку. Казалось бы, мирные дни, стремящиеся в моем саду, просто ждут.
Но такие вопросы, о которых говорю мне ты, их оставлять какими они есть, просто нельзя. Прошу, мастер Зик, это не то, чем вы должны себя узнать. Это ниже вас. Ух, не переживай из-за этого. Жуй. Будет неплохо размять эти старые кости. Я испытал того синего ежа. Он сильнее, чем ожидалось. Он проявляет большой потенциал. Кто теперь займётся? Когда я свободен, я хочу сжимать этот, пока он не треснет. И съест его, я полагаю? Разумеется. Истинная боя лучший способ заставить его страдать. Да, более лучше. Что бы вы сделали, если бы я сказал вам, что мы можем уничтожить мир Эгмана и использовать полученную энергию, чтобы увеличить свои способности? Я бы сказал, что обучил тебя как полагается. Да, вы правы. И это будет собственное творение Эгмана, который его же и уничтожит. Соник, происходит что-то плохое. Воу, что там происходит? Я не знаю, но похоже, что небеса забирают жизнь из этого мира. Растения, животные и даже воздух, они кажутся такими холодными и мертвыми. Окей, ребята, оставайтесь там внизу. Я постараюсь выяснить, что происходит, и остановить это. О! Твое время подходит к концу, дерзкий ёж. Я преподам тебе урок по уважению. Болезненный урок. Ох, ты собираешься взять меня в школу? Отлично. Следуй за мной, если уверен. У нас есть общая проблема. Она так велика, что нам придется объединиться, дабы решить ее. Итак, я же сказал тебе, мы сами сможем справиться с этим. Может и так. Но эти непокорные получили мое особое устройство, и они используют его в целях, для которых оно не было предназначено. А для чего оно предназначено, доктор? Она извлекает энергию из нашего мира, нашего нестабильного. Как только она достигнет предела, ее уже не знает, она уничтожит наше мир. Так вот о чем говорила Эми. И ты просто хочешь пойти и разбить ее? Ну да. Что, я всегда так делаю. Оу, у тебя всегда на все такой ответ, ежик. Если ты хочешь создать катастрофический взрыв, который сожжет все в ближайших 100 милях, давай, разбивай. Так что, ее никак не выключить? Нет, никак. Мне всего лишь нужно добраться до машины и перепрограммировать процедуру выключения. Я ваш мозг, а вы мои мускулы. Мне нужно только проскочить мимо И ты просишь так мило. Отлично, приятель. Спасибо. Угомонись, Тейлз. Мне не нравится работать с моими самыми опасными врагами так же, как и вам. Но на карту... Да ну, объединение с тобой, Эгман, подобно концу света. Я собираюсь принять душ перед тем, как мы отправимся. Воу, тебе нужна компенсация? Чувак, сколько военных заводов тебе нужно? Если ты бы их не уничтожал, мне бы не надо было столько. И готово! Спасибо, что починил меня. Нет проблем. Жаль, что ты ходишь с чипом, который выглядит, как будто был сделан ребенком. Что мне больше нравилось, когда я пытался вас уничтожить. Ты чувствовал взаимно, яйцеголовый. Воу. Прежде чем мы начнем уничтожать друг друга, давайте вспомним, почему мы работаем вместе. Окей,
давай напомни мне. Тесс, нам нужен Эггман, чтобы выключить его же машину. И ты доверишь сделать это мне? Что? Нет, я доверяю тебе, Тесс, просто... Нет, не так. Ты Эггману доверяешь больше. Знаешь, как сильно это печалит? Я доверяю тебе, Тесс, но из-за моей глупости наш мир в опасности. Ты же знаешь меня, как это печалит. На самом деле нет ничего печальнее, чем слушать этот разговор. Эггман, ты жало! Почему ты все еще здесь? Я просто готовлюсь. Ну, ты, мне кажется, не очень ты торопишься. Ну, это мое время для подготовки, не так ли? Ну, а что если я скажу тебе, что ты единственная, кому я доверяю достаточно быстро, достаточно умно и достаточно симпатично привести мне неприятность? Ну, я скажу, что ты нашел правильную девушку для этой работы. Ну, это было так просто, что меня аж за душу берет. Фух, это было круто. Будем каламбурить? Твои усилия впечатляют, мелкий ёж. Но ты обречён на провал, поскольку этот толстый дурень облажался. Я сожру ваши черные сердца, эгманские подражатели! Воу! Твои угрозы почти так забавны, как твои усы! Однако я должен благодарить тебя за твое изобретение. Мы становимся все сильнее и сильнее. Мы как пьянки высасываем жизнь из вашего мира. Да, я заметил. А где же будете жить вы, ребята? Когда ваш мир погибнет? Ах да! Вы тоже будете мертвы! Печальная участь. Я сожру ваш мир, бунтарные сволочи. Я уничтожу все, что вы так любите, и заставлю вас наблюдать! Босс, ваша рука? Пока моя рука может еще прилежать Зетти, моя рука в норме. Передвинь его или убери. Во время нашей последней встречи ты испортил мой маникюр. Теперь я должна снова начинать все заново. Оу, черт возьми, ты серьезно? Мне очень жаль, очень жаль. Ну, в таком случае... Нет, я хотел сказать, что мне очень жаль, что в жизни у тебя больше нет ничего более важного, чем это. Ты заплатишь за это! Как только высохнут мои ногти... Я устал искать твою голову, блядь, поэтому я сделал тебе тёстки века. Я не чувствую своих ног! Да уж, твои роботы — это отражение твоей гениальности, доктор Эггман. Но это дало мне идею. Думаю, я знаю способ, как взорвать затерянный Хэнк с помощью эффекта нуль-гравитации. Так мы сможем уничтожить Зетти одним и уничтожить все живое вокруг? Ты в своем уме? Разумеется, побочный эффект был бы, но... Побочный эффект? Что за ужасное? Дэниелс! Простите, мне вдруг как-то стало не по себе. Не самая лучшая идея ставить голову этого болвана на боевого бота. Здесь я должен с тобой согласиться, доктор. Спасибо, что спас. Может, все-таки станешь с меня? Я не пойму тебя. Ты только что обдумывал геноцид, а теперь спасаешь одного из своих злейших врагов. Я сложный парень. И ты? Тейлс, чем ты думал? Ты чуть не убил себя. Я просто хотел помочь. Соник оказался более серьезным, чем я ожидал. Да, он был бы мощным рабом. Эггман учил нас, как делать роботов. Так, значит, мы создадим ежа-робота! Идеальный план, мастер! Я уверен, что со временем ты бы и сам до этого догадался. Время Соника на исходе. Хм,
Что-то тут не так. Должно быть, ты скучал по этому. Соник, это ловушка! Тейлз, нет! Ох уж эти гнилые... Подуя! Тейлз поступил благородно. Давай же докажем, что не зря это сделал. Я, по идее, самый быстрый. А оказался слишком медленный, дабы спасти своего приятеля. Все кажется таким бессмысленным. Эй, что ты сделал с Тейлзом? Что? Серьезно? Мы же хватили тебя. Ты схватил моего друга, я хочу его назад. Эх, этот парень становится все хуже и хуже. Неважно, я должен пойти рассказать о своем плохой есть. Доносить плохие вести на самом деле единственное, что мне нравится. А с тобой я разберусь позже, лузер. А теперь, Соник, пришло время для... А почему он не сильный? Вы бездарное дурачье! Я не могу доверить вам даже простейшую задачу! Ладно, мы можем извлечь из этого выгоду. Кто так дико облажался, так как мы не поймали Соника? Мы не знаем! Посмотрите на него, я такой быстрый и хороший. Эх, меня тошнит. Время дать ему нокаут. Если бы не наел твоего друга, смогу ли стать? Что? Замолчи! К чему ты клонишь? Я не имел в виду ничего плохого. Просто подумал, что работать для тебя было бы лучше, чем Эй. Алло, я же здесь, ты в курсе? Орбот, несмотря ни на что, я больше не проиграю. Я спасу Тейлза. Это так трогательно. Что мне еще больше хочется быть твоим приятелем? Тейлзу повезло. Серьезно, я прямо здесь и все еще слышу тебя. Привет, Соник. Я искал тебя. И мы искали тебя, но нашли только твоего друга. Тейлза. Эй, если тронешь хоть волос на его голове... Не волнуйся, мы фактически делаем его лучше. Он будет гораздо счастливее в виде робота. Нет! Они собираются превратить Тейлза в робота. Это ужасно. Ой, я не знаю, быть роботом не так уж и плохо. По-моему, это кошмар. Кто приволос голову и губки с собой? Хорошая идея. Наклз! Твои друзья погибают один за другим. Скоро ты останешься совсем один. В прошлый раз твой друг одолел меня. Ты станешь оружием моей мести! Это будет забавно, как ты же повернешь превратиться во мне. Наслаждайся последними минутами своего рассудка. Когда мы вернемся, ты уже будешь нашим рабом. Я создал мини-гаджет из канцелярских скрипок. Теперь я программировал суперкомпьютер, используя средства для мытья посуды и зубочистки. А для этого даже моющее средство не понадобилось. Вау, это долгое падение. Да, это да. Ха, вы ребята собрались вниз.
Эта энергия сделала нас намного сильнее! Эгман! Пришло время мести! Верно, мастер? Именно. Месть — это блюдо, которое подается холодным. О, вы чё, ничего, я проголодался. Давайте поторопимся. Не уничтожим его. Эми? Наклз? Кто-нибудь? Я устал от вас, ребята. Чувак, не будь нуни! Это мой образ! Сдавайся и присоединись к своему другу! Тейлз? Ну, ребят, когда я до вас доберусь... Мы обещаем! Ты не будешь счастлив служить нам! Я не буду служить вам! Я надеюсь, что ты это скажешь! Уничтожить Соника! Никогда! Что? Хорошо, что ты вернулся, Тейлз. Остальное я беру на себя. Хорошая работа! Теперь пришла моя очередь сделать свою и вырубить эту малышку. Она выключена. Кто это мог сделать? Я, конечно! И моя липовая смерть была лучшим способом. Теперь мое абсолютное оружие завершено. Наконец, с энергией, собранной из экстрактора, я смогу править миром. Конечно, жаль ущерба, нанесенного там внизу. Но есть еще несколько мест, которые мне надо завоевать. Единственное, что ты получишь, Эгман, так это по фейсу. Ты знал, что никогда не нуждался в Эгмане, верно? И что я сам мог бы взломать эту штуку. Прости за это, Тейлз. Я больше никогда не усомнюсь в тебе. Отлично. О, вот то, что даже Эгман не смог сделать. Я просто перепрограммировал его машину на возврат украденной энергии в наш мир. Получил, Эгман! Я еще вернусь, Соник. Я найду другую раковину, и эти снова будут моими. Так в следующий раз я сделаю их гораздо сильнее. Забавно, а почему мой ранец не работает? Возможно, потому что я одолжил этот выхлопной шланг. Сони! Вот, наша энергия возвращается. Приятного аппетита! Эй, Эми, похоже, весна пришла рано. Благодаря тебе, Тейлзу. Я сделал бы это быстрее, но... пару дней назад надо. Знаешь, после такого дня, как этот, я хочу насладиться дремотой на свежей зеленой траве.
Вытащите меня отсюда! Босс, ваше лицо! Да, ваше лицо! Приятно снова увидеть ваше лицо! Босс, ваше лицо! Нет! Позвольте мне потеряться за вас! Вы какие-то странные! Давайте уходить отсюда, пока этот день не стал еще хуже! Почему бы нам не рассказать ему про усы? Я думаю, что лучше подождать, пока вам прикажет голову. Ваш лицо скажет ему и получит награду. Отлично! Спасибо! Он так с моими усами!